Сегодня мы с вами поговорим о именно директорских бонусов, ежемесячные бонусы, которые дополнительно идут к нашему маркетинг-плану. Вернемся в вкладку «Доходы лидера». То есть в этой вкладке мы найдем именно бонусы, которые квалификационные бонусы называются. То есть не путайте директорские бонусы и квалификационные бонусы. Очень часто люди путают, то это немного разное. То есть директорские бонусы – это наш доход с директорских веток, каждый каталог. А квалификационные бонусы, они выплачиваются единовременно. То есть, если взять вот директор, он получает 600 тысяч доход за год, и при премии 55 единовременно. То есть, давайте посмотрим, еще раз кое-что объясню. Вот эта вот премия, некоторые люди боятся то, что, например, если они вышли на директора и не подтвердят директора, то она у них пропадет. Нет, она никогда не пропадает. То есть бывают люди, которые приходят делать директора, несколько каталогов потом падают и расстраиваются, то, что они ее вдруг не получат. Ни в коем случае. Я вам объясню механику. Вот человек должен подтвердить 8 каталогов из 19 за год получается. То есть, соответственно, если он делает 8 каталогов, не обязательно их делать подряд. Может человек открыть директора, пропасть, например, на 10 лет, и потом снова начать работать, и все равно он ее получит, когда подтвердит, когда у него статус именно директора будет 8 из 19 каталогов. То есть в любой год он может это сделать. Вот берем один год. Да, каталоги, они, по сути, сгорают. Если вы, например, за год подтвердили 7, а не 8, как нужно, то один каталог, который был в первом каталоге года сделан, он, да, он аннулируется, и нужно будет делать 2. То есть здесь ничего страшного не бывает. Почему? Потому что если человек именно подтвердит 8 из 19 каталогов за год, именно берем год, то есть, например, вот сейчас идет 11-й каталог, да, то если человек в 11-м каталоге открывает звание директора, ему нужно подтвердить 10-й включительно 8 раз. То есть, если он, например, в 10-м не подтверждает каталог, вот, который в 11-м, если он открывает, он, да, сгорает, но он может, например, по мере года открывал директора несколько раз, то эти каталоги не сгорают, не все сгорают. Вот именно тот, который получается, следующая квалификация передвигается на каталог. То есть получается уже с 12 каталога по 11. Вот как раз я говорил про эту таблицу, где именно директор, да, вот эта вот премия, она не сгорает никогда. То есть нужно подтвердить 8 из 19, и человек получает. Ни одна эта премия не сгорает, то есть который мы сейчас, квалификационный бонус, имею в виду. Бонус стабильности, мы сейчас о нем поговорим, какое условие для получения. То есть и здесь объемы первой линии, которые должны быть. То есть также к личной группе идет привязка. То есть то, что мы с вами обсуждали как раз на прошлом вебинаре с вами, то здесь как раз директор должен быть или 5000 баллов ОЛГ, или одна директорская ветка и 2000 баллов ОЛГ. В принципе, здесь по звездочкам все написано. То есть две звездочки, читаем требования, название старший директор, необходимо стать наставником 1,23% группы с личным объемом 2000 баллов, с объемом личной группы, и выполнять требования к личному объему группы 5000 баллов. Либо, то есть здесь в двух способах можно выйти на старший директор. Даже не имея директорской ветки, можно получить звание старший директор. И здесь, смотрите, как раз вот средний доход, который написан, да, он, это идет не просто какой-то придуманный доход. Это компания, особенно статусы, которые там директор, старший директор, рубиновый, бриллиантовый, элитный директор, они берутся средний уровень по компании. То есть это не так, чтобы какой-то определенный вариант взяли, да, а именно это средний чек лидера в компании. То есть на уровне директора, на старшем директоре и так далее. Мы пойдем дальше. То есть, например, уже у старшего директора доход 950 тысяч за год.
у него квалификационный бонус или 82 500, или 27 500. То есть в чем отличие? То есть если, например, человек не работал, под ним вышла директорская ветка, и он, например, начал работать, то есть он премию не получал за директора, он отстроил свои 2000 баллов, которые необходимы для получения директорских бонусов и открытия квалификации старший директор. Соответственно, он получит 82 500. Если человек получал директора, то он получит 27 500. Здесь также это написано вот под одной звездочкой. В случае, если вы ранее достигали звания директора, выплата квалификационного бонуса составит 27 500. И так далее. Далее. От серебряного директора до рубинового директора. Здесь также все написано. Написано и условия по личным группам, то, что мы с вами говорили, то, что, например, серебряный директор получает свои директорские бонусы. То есть это вот именно 5%, там, 1% или 1.5%. В зависимости от того, выполняет человек условия по улучшенному маркетингу. Здесь как раз объемы личной группы для квалификации на это звание. То есть все это прописано, это ничего не скрывается, все в открытом доступе. То есть для каждого зарегистрировано консультанта. Также здесь уже квалификационные бонусы идут. То есть серебряный директор уже получает 110 тысяч рублей, золотой 165 тысяч рублей, 220 тысяч рублей получает рубиновый директор. И здесь написано вот еще личный объем 50 и 100 баллов. Да? 100 баллов нужно для получения дополнительных бонусов, как раз которые мы с вами поговорим именно сегодня. То есть, и вот в этой вкладочке можно, если разъяснено, что такое бриллиантовый директор. То есть у этого человека 6 лидеров управляют структурой, где 6-23% групп. Но это в первой линии имеется в виду. Не просто в одной веточке они, а именно первая линия считается. Элитный директор также. Вывести 9 директоров. Это все написано. Просто изучить, посидеть звание вам тоже будет полезно для вашего же роста. Бриллиантовый директор получает уже квалификационный. Мы сегодня с вами, в принципе, будем говорить о разных бонусах. И, соответственно, я буду вот этой колонке просто смотреть на нее и говорить именно о ней. Бриллиантовый директор получает уже 330 тысяч рублей премии, элитный 500 тысяч рублей, национальный 1 миллион рублей, старший национальный 1 миллион 250 тысяч рублей, международный директор 1,5 миллиона рублей, старший международный 1 750 тысяч рублей. И дальше уже идут звания от партнера до генерального партнера. То есть мы сейчас вот находимся, кто не знает, вот на этой ступеньке. То есть мы получили премию 5,5 миллионов рублей. И, в принципе, доход средний за год, он здесь так и есть. То есть компания, я вам говорю, она берет средний, да, она округляет в какую-то сторону, но берет средний доход лидеров компании за год. И в этой табличке она написала. То есть дальше уже старший партнер, конечно, об этом история умалчивает, потому что пока открытых старших партнеров в компании нет. Еще зависит, знаете, доход на этом уровне зависит от объема вашей структуры. То есть партнер, по сути, если посчитать как бы 24 ветки по 3000 баллов, там доход не очень большой, я бы так сказал, около 200-250 тысяч рублей. То есть это за каталог, имею в виду. И очень многое зависит от глубины, которая у вас будет, чтобы у вас ветки не просто были 3000 баллов, а чтобы там были в этих ветках рубиновые, бриллиантовые. Чем больше оборот структуры, тем больше, соответственно, и выплаты. Это на любом звании, это даже не касается ни нашего звания, это касается и рубинового, и бриллиантового, и золотого даже. Золотой может получать как 60 тысяч рублей, а также золотой может получать и 200 и 300 тысяч рублей в каталог. То есть все будет зависеть от объема его структуры. Далее пойдем. Старший партнер идет 8 миллионов рублей. Здесь нужно, если до партнера идет 24 директорские группы, то есть
уже на старшем партнере идет 24 директорских группы, из них уже 6 должно быть бриллиантовых ветвей в первой линии. То есть, что это значит? Это то, что в вашей первой линии должен быть бриллиантовый директор, когда вы открываете именно, что следующее звание. Если между вами, например, есть хотя бы один человек, который даже не активно, он просто покупатель, а под ним бриллиант, то этот бонус рассчитывался именно от первой линии, чтобы человек был в первой линии и так далее. То есть управляющий партнер получает 14 миллионов премий. Здесь уже из 24 веток должно быть 12 бриллиантовых ветвей. Далее, национальный партнер, премия 21 миллион. И из них, из 24 веток, 18 должно быть бриллиантовых ветвей в первой линии. Международный директор уже получает премию 40 миллионов рублей. Из них должно быть все 24 ветки должны быть бриллиантовые в первой линии. Ну, в принципе, к этому идем, и лично мы хотим и делаем все для достижения этого результата сейчас на данный момент. И генеральный партнер, премия 55 миллионов, это 30 из 30 бриллиантовых веток. То есть 30 у вас должно быть бриллиантовых веток в первой линии. Далее, идем, листаем вверх. По квалификационным бонусам я уже вам все рассказал. Дальше идут бонусы, которые вот как раз я говорил. Здесь вот они нарисованы. Дополнительные бонусы, которые за 100 баллов. То есть это не только VIP-привилегии. С директора и выше идут дополнительные бонусы, ну, как бы, выплаты и так далее. То есть некоторые даже очень существенные. Вот возьмем директорский бонус, бонус стабильности. Этот бонус, он небольшой, но он идет с уровня закрытого директора. То есть именно с уровня закрытого директора уже начинается получение этого бонуса. То есть что для этого нужно? Это, во-первых, закрыть звание директор и не падать с этого звания. То есть, если вы, к примеру, закрыли директора на следующий каталог, или там, например, через несколько каталогов, упали на 19%, у вас 8 каталогов снова идут. Вот как вам объяснить, вот даже написано. То есть, нужно 8 каталогов подряд. И вот в этом столбце, вернее, строчке, в течение 8 каталогов подряд. Если вы упали, отсчет этих 8 каталогов обнуляется и снова, то есть, когда вы уходите снова на подтвержденное звание, то есть, вам важно быть именно в подтвержденном звании. То есть, если вы директора закрыли, то 8 каталогов подряд, и вы получаете бонус вот через 8 каталогов, 5500 рублей. Старший директор получает 8250 рублей. Серебряный директор 11000 рублей. Золотой директор 16500 рублей. Рубиновый и выше 22000 рублей. Это раз 8 каталогов. Важно, еще раз повторюсь, важно не падать ниже закрепленного звания, здесь условия. То есть закрепили вы рубинового директора, вот вы должны его держать и не падать даже на золотого директора. То есть что вы получаете бонус? Если вдруг упали, отсчет этого бонуса идет снова. 8 каталогов опять, когда вы снова открыли звание, ну вернее вышли и снова на подтвержденное звание, снова идет 8 каталогов. Дальше идет бонус развития. Давайте пропустим. Буду брать именно. А этот бонус идет с уровня 15%, то есть с уровня вице-директор. И человек получает в том случае, если он в момент рождения ребенка был не меньше, чем на 15% с заключенным договором в течение 8 каталогов. Как вот еще. Вышел человек на 15%, заключил договор, он 8 каталогов должен быть на договоре. Только после этого, когда человек, девушка родит, тогда она начнет получать. Вот именно после этого момента, как 8 каталогов с момента подписания договора прошло, компания выплачивает. То есть ранее она не выплачивает этот бонус, если меньше 8 каталогов человек находится на контракте с компанией. То есть здесь в течение года компания выплачивает
небольшие бонусы. То есть за первого ребенка в течение года каждый каталог 1500 ребенка. Если второй и более, то есть за каждого, хоть вы потом третьего, четвертого, пятого, все компания будет выплачивать этот бонус последующие 3000 рублей каждый каталог в течение года. Это также здесь замечу, что здесь не просто написано бонус материнства, а еще бонус усыновления. То же самое компания и будет платить. То есть, смотрите, если вы усыновите малыша, да, к примеру, это будет ваш первый или второй ребенок, и компания за это тоже будет платить. Еще также бонус материнства и усыновления выплачиваться даже тем мужчинам, если у них жена вышла в декрет. То есть они тоже получают, так как все равно официальным держателем номера считается первый человек. Пусть если это будет даже мужчина, и у него жена родила ему ребенка, он тоже получает бонус. Здесь также можно посмотреть, здесь как раз все, это, все эти моменты, они прописаны. Просто нужно почитать и понять. То есть, если вам непонятно, вы зашли, почитали, все расписано. Далее. И как раз с вами вернемся к бонусу развития. Что он означает? Здесь также все написано. Что, сколько и так далее. Я вам скажу коротко. Этот бонус получается с бриллиантового директора и выше. То есть, что такое бриллиантово? Именно с закрытого звания директора, бриллиантового директора. То есть, когда у вас 6 директорских веток и 1000 баллов по ЛГ. И получается, вы 8 каталогов подряд или в течение года подтверждаете. И с момента подтверждения звания бриллиантового директора все премии, которые получит ваша команда, вы будете получать 30% от этих премий. Есть за год. То есть, выплачиваться по итогам 13-го каталога. То есть, к примеру, вы закрыли звание директора, и ваша структура, команда, за год получила, к примеру, квалификационных бонусов на 1 000 000 рублей, то компания вам по бонусу развития заплатит 300 000 рублей. То есть у нас максимально было 1 200 000, по-моему, за рост нашей команды, то есть за получение ими квалификационных бонусов. Это именно зависит от того, и важно, чтобы эти лидеры, которые у вас получили квалификационные бонусы, подтвердили звание в 12-м или 13-м каталоге. Не просто вместе 12 и 13 каталог, нет, в 12-м или 13-м каталоге. И тогда вы получаете за этого человека бонус. Здесь же также есть условия для получения бонуса. Вот не всегда, например, бриллиант, он должен расти. То есть этого и называется бонус развития. Если бриллиант не открывает новых званий, он ушел, как некоторые говорят, на пассивный доход, он не развивает свою структуру, то он не будет получать бонус, если он не будет выращивать новую ветку. То есть нужно плюс 8 директорских групп делать за этот год, который, вот, например, здесь как раз показано, например, с периода с 15 по 13. То есть здесь уже нужно за эти каталоги набрать определенное количество групп. То есть если человек, давайте открою калькулятор, к примеру, у директора 6 директорских групп. То есть как их посчитать вообще, прирост? 6 директорских групп считаем. То есть здесь, смотрите, с 15 по 13 каталог. Получается 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получается 18 каталогов. Нужно берется, умножаем, например, по итогам этого года человек закрыл директора, бриллиантового директора. У него получается за, умножаем на 18 каталогов, вот столько у него за год будет директорских групп. Например, в следующем году, для того, чтобы получать этот бонус, он должен перерасти на 8 директорских групп. Что это означает? Здесь должно быть 116, получается, минимум, для того, чтобы получить, к примеру, и опять же, из 18 каталогов. То есть,
как он считается? Например, у него должна быть появиться седьмая группа. И вот из этих 18 каталогов следующего года она должна быть 8 раз на уровне директора. То есть это, конечно, сложно в понимании. Ну вот, если он будет открывать, давайте, грубо говоря, если он будет каждый каталог выращивать новую директорскую ветку, он всегда будет получать бонус развития за свою команду. Но, например, бывает такое, что ветки некоторые, вырастил он седьмую, она упала. Но в течение года она может 8 раз, ну, закрыться, можно сказать, в течение этого года и, соответственно, сделать 8 директорских групп. Если она за этот год всегда была директорской, да, то здесь, получается, мы умножаем не на 6, а на 7. То есть уже получается больше директорских групп. Ну, в принципе, все по директорским бонусам я вам рассказал, какие можно получать. Вот еще сказал, как раз приличное объемное сказал. Бонус развития, бонус стабильности. Здесь нужно быть вип-консультантом. То есть бонус стабильности у нас идет с уровня закрытого директора. То есть с уровня закрытого директора вы должны, даже не с открытого можно делать, а именно с закрытого, должны делать 100 баллов, чтобы получать бонус стабильности. То же самое по бонусу развития. Здесь условие идет тоже быть вип-консультантом для того, чтобы получать этот бонус. Бонус материнства к личному заказу, в принципе, не относится, но не меньше 50 баллов. То есть этот человек должен быть на контракте и получать свою объемную скидку, то есть или зарплату по-другому. То есть то, как называть ОС у нас, объемная скидка. То есть сначала она объемная скидка, когда человек начинает получать по контракту деньги, то это уже зарплата, доход, кто как называет. Если вам непонятно, выделяйте нас в чате, в общем, вот этом. Я люблю проект Faberlic Online Business 2023. И мы с вами еще проведем прямой эфир уже в этом чате. И я вам все расскажу. Если вам что-то будет непонятно, лучше всего писать именно в чат. Я соберу вопросы ваши, и мы с вами созвонимся и разберем. То есть остался у нас вебинар «Посчитать маркетинг-план». То есть готовьте в следующий раз объявление, кинуть ручку, листочек, калькулятор. И с вами будем вместе считать именно маркетинг, рассчитывать. Маркетинг вы должны уметь считать, чтобы понимать, при каком раскладе, сколько вы будете получать. Или даже посчитать маркетинг-план. В принципе, это все посчитано. У нас есть даже отчет, который можно посмотреть, если вы сделали 50 баллов, сколько у вас будет доход до конца каталога. То есть это есть, но все равно нужно уметь считать маркетинг-план. Давайте, всем пока-пока.